Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Motorola Moto G9 Power включить таймер камеры. Для этого открываем камеру. Затем находим здесь иконку часиков, секундомера. Тыкаем по ней и мы можем установить таймер на 3 или же на 10 секунд. Давайте установим на 3 и попробуем сделать фото. Как видите, таймер сработал. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.